доклад, я не могу сосредоточиться. Мне идет информация какая-то обо мне. Помнишь, я тебе говорила, что в моем личном пути у меня есть северное сияние? Да, что-то я помню, ну, припоминаю, так что там. С самого первого дня оно там было, когда мы поднялись. Ну. Вот сейчас это северное сияние, оно уже неделю мне представляется как дверь, и я четко знаю, что мне надо туда идти. Там давай будет заправим. Какая-то информация обо мне. Давай сначала заправимся энергиями. Да, я заправляюсь, просто я говорю, что меня это сбивает и зовет. Мы пригласим куратора синего, он объяснит нам, что это такое. Он говорит, что я дал ключ, а это дверь. В самом начале я дал ключ. Пришло время узнать о себе больше. Ей надо одной идти туда или мне с ней можно идти, или как? Можете вместе. Хорошо, сейчас закончим. На своем корабле. Хорошо. Готово. И понимаем частоту твоих вибраций до числового значения 46 Гц. 1, 2, 3. Пошел, пойдем. Готово. Хорошо, давай тогда в самом начале поднимемся. Синего приглашаем или мы сами летим? Как это правильно сделать? Сами. Перемещаемся в наш корабль. Какие координаты? Это Млечный Путь. И куда мы летим конкретно? Млечный Путь. Он большой. В какое место? Там же, откуда мы поднимались, нейтральную зону, там у меня эта дверь. А, понятно. То есть мы назад возвращаемся, да? На северное сияние, да. Хорошо, я даю команду на 4. Возвращаемся в нейтральную зону Млечного Пути на наше место. 1, 2, 3. Полетели. Включи запись, может что-нибудь интересное быть. Я включил запись. Я волнуюсь. Снимаю тебе любое волнение. Я рядом с тобой. На месте. Отлично. Хорошо. Куда нам идти? Куда нам ехать? Куда нам лететь? Влетать в этот Млечный Путь. Видишь его? Да. Хорошо. Ой, Млечный Путь. Северное сияние. Он такой бирюзово-зеленого такого цвета. Хорошо. Я сейчас даю команду. На счет 3 мы летим в это сияние. 1, 2, 3. Полетели. Описывай, что ты видишь. Ну, у него какое-то туманное такое пространство. Входим мы в него на корабле. Это планета, как планета такая, очень зеленая. Планета. Ну, мы просто на Земле, на поверхности. Ариадна рядом. Ариадна рядом. Мы ее приветствуем. Ариадна. И она приветствует нас. Еле дозвалась тебя. Ну, а правда, неделю мне уже показывает. Ариадна, все претензии к ней. Она виновата. Я приветствую тебя. Очень рада тебя видеть. Где мы? Объясни, пожалуйста, для начала. Это Гиперборея. Пришло время больше узнать о себе. Гиперборея – это что? Планета? Созвездие? Мидград – это и есть Гиперборея. Мидград – это и есть Гиперборея. Там, где жили гиперборейцы, и ты была одна из них. Сам перевод Гиперборея говорит о том, что люди, которые могут очень много. Ты не зря прожила какое-то время в Греции в этом воплощении. Гипер, все знают, что такое. Борея – это могут по-гречески. Сверхвозможности. Именно поэтому тебе этот язык дался очень легко. Сверхвозможности, ты прав. Это люди, которые были могущественны в любом направлении. Гуманитарные науки, языки, математика, физическая сила. Это все, что у тебя есть. И на сегодняшний день. Не надо говорить, что они были очень высокие и могущественные и работали с разными технологиями. Это вы все сами знаете. Я лишь хотела показать и рассказать это.
Потому что в дальнейшем информация будет поступать тебе и открываться. Я лишь хочу показать, откуда эти знания. Благодарю тебя, Ариадна. Объясняй, пожалуйста, что ты делаешь, что, где мы сейчас. Мы когда к тебе летели, мы намного дольше летели, по-моему, чем сюда. Это портал. Вход. Ах, мы в портал вошли. Понятно. Да. В принципе, это все, что нужно знать на сегодня. То есть она источник информации ты получаешь именно отсюда. Понятно. Какую информацию она может получать из этого источника? Она идет автоматически или ей надо делать запросы? Автоматически. Это в ее памяти. То есть сейчас Вера настроена на эту частоту гипербории. Я правильно понимаю? Да, потому что она одна из них. Она просто это знает. Знания будут всплывать и всплывать. Угу. Понятно. Замечательно. Благодарю тебя. Я лишь показываю, откуда они. Ты тоже отсюда, да, Ариадна? Я тоже отсюда. Отлично, хорошо. И мы очень рады, что у Верочки будет кто-то рядом, кто в случае возникновения вопроса может ответить на эти вопросы. Очень приятно было тебя увидеть. Она сюда может сама приходить, или ей будут идти потоки информации, или ей надо запросы делать? Может. Может приходить. Что это место ей даст для нее лично? Спроси у нее. Вера, что это место тебе даст? Бери мне эмоции. И снимайте эмоции. 1, 2, 3. Слышь только мой голос, следуешь за моим голосом, убираем все эмоции. У меня такие вибрации, соединения идут с этими убираем эмоции. Растениями, планета, я не знаю, как это назвать. Да, мне маленький кусочек показывают, не знаю, что там дальше и больше, я никого не вижу больше, только вот это зеленое место с интересными большими растениями. Хорошо. Сделай 3 глубоких вдоха и выдоха. Начинаем 1 раз. Вдох и выдох. Выключаем все эмоции. Вдох и выдох. Хорошо. Значит, ты синхронизировалась с этим местом сейчас, да? Да, он мне дает свои вибрации, мы свои, мы одно целое. Эта связь теперь установлена, она всегда будет присутствовать. Ариадна, как у тебя дела? Расскажи, как на твоей планете? Все хорошо? Вспоминаешь? Это есть моя планета. Это и есть твоя. Наша станция находится рядом. Понятно, понятно. Если вы помните, в прошлом посещении вы спускались, да, со станции на планету, но вы не знали, что это на тот момент. Мы видели что-то там, но не могли понять, что это такое. Вера видела что-то рядом, говорила что-то большое, но не могла понять, что это. Пришло время узнать, что. Благодарю тебя. Так это 3,2 миллиона световых лет. Насколько я помню, последний раз мы к тебе летели, такая цифра была. В нашем исчислении. Все относительно. Я понимаю, конечно, только хотел сказать, все относительно. Хорошо, Ариадна, мы все сделали. Хочешь ли ты получить от нас подарок? О, еще один подарок. Еще сколько? Я тебе больше даже скажу. Твой первый подарок, когда ты у нас заказала, именно эти ягоды, которые самые чистые на Земле есть. Вы мне подарили таксы. Мы тебе кроме таксы еще дарили ягоды. Ты помнишь? Да, я помню. И вот эти ягоды мы подарили сотням представителям всех цивилизаций, которые к нам приходили. Все планеты Млечного Пути, которые у нас были, ангельский мир, все знают теперь эту корзинку с самыми вкусными спелыми ягодами. На Земле, Верочка, в твоих руках появляется эта большая корзинка. 1, 2, 3. Я благодарю тебя за эту идею. Она очень хорошо пошла, я должен ответить. Это была твоя идея. Прими, пожалуйста, от нас в знак благодарности. Это скромный подарок. Не, ну это так и есть. Мне очень приятно, благодарю тебя. А нам взаимно приятно, особенно каждый раз, когда мы встречаемся с тобой, что ты не забываешь Верочку и всегда можешь ответить нам на какие-то вопросы, если они возникнут. Благодарю тебя, Ариадна. И я благодарю вас. Благодарю за то, что нашли время посетить и узнать больше о себе. Не проигнорировали мой зов. Все вопросы к Вере, я же говорю. Куда она скажет, туда и полетим. Я шучу. Благодарю тебя, Ариадна. Как мы могли бы такое проигнорировать? Это все-таки движение вперед, опыт новый. Мы всегда этому рады. Мы к этому идем. Благодарю тебя. Хорошо, Верочка. Мы здесь закончили, Ариадна. Мы можем... Да. Хорошо. Это прекрасная встреча.
с прекрасными людьми, и у нас говорят. Я благодарю тебя за этот опыт, за эту информацию, а Верочка обязательно будет ей пользоваться. И я всегда стою на службе, когда угодно обращаюсь, я всегда буду рад чем-то помочь. До новых встреч. До новых встреч. И, Верочка, отключаемся от этого места. Мы в нашем корабле. И на счет три возвращаемся в нейтральную зону Млечного Пути на наше место. 1, 2, 3. Полетели. Мы просто в этот портал назад проходим, мы попадаем в Млечный. Ты представляешь, 10 секунд, когда мы летели. Хорошо, мы на месте, да? Да. На счет три поднимаемся в поток Абсолюта, в нашу комнату диагностики. 1, 2, 3. Полетели. Мы на месте.